Мусоровоз и «Лада» столкнулись на улице Панина в Советском районе. Оба транспортных средства не получили серьезных кузовных повреждений, однако самим фактом ДТП причинили неудобства остальным автомобилям. В причинах произошедшего разберутся представители страховых компаний. В Дзержинске рейсовый пазик 24-го маршрута буквально впечатал в столб корейскую иномарку. Очевидцы происшествия рассказали, что женщину водителя Hyundai занесло на снежной трассе, отчего она подрезала автобус, который и врезался в легковушку. Автомобилистку зажало в искореженной машине, а людей раскидало по салону пазика.